Под Петербургом полицейский ворвался в квартиру своей бывшей девушки и зарезал ее нового любовника. Мужчина скончался. 28-летний сотрудник 51-го отдела полиции Дмитрий Саяпин в ночь на 9 июля вломился в квартиру на улице Строителей в Кудрово, где его бывшая пассия жила со своим новым парнем. Полицейский сначала избил Кирилла, после чего несколько раз ударил его ножом. Сейчас Саяпин объявлен в розыск. Мужчина работает стажером оперуполномоченного группы уголовного розыска. Неделю назад он съехал от любимой и все это время пил. Дмитрий Саяпин встречался с любовью около 5 лет, но на прошлой неделе сильно с ней поругался, и отношениям пришел конец. После этого он ушел в запой, из которого нашел только один выход. В злополучный день он взял с собой приятеля по имени Виктор и пошел в знакомую квартиру в Кудрово. Сначала Саяпин избил 27-летнюю бывшую, а затем пошел с ножом на ее нового парня, 28-летнего Илью. Знакомый полицейского в этот момент держал избитую девушку, чтобы она не влезла в конфликт. В итоге, Саяпин нанес несколько ножевых Илье и сбежал вместе с приятелем. Мужчину сначала пытались спасти врачи, однако они не смогли ничего сделать. Пьяный подросток избил и поджег свою 16-летнюю знакомую в Пермском крае. Несмотря на сильнейшие повреждения и ожоги, 90% поверхности тела, она смогла выжить. Жуткая история произошла в поселке Октябрьский, по улицам которого подростки решили прогуляться, не забыв взять с собой увеселительные напитки. В какой-то момент спиртное ударило в голову парня. Он решил избить подругу, однако на этом злоключения не закончились. После неравного боя подросток облил девочку жидкостью для розжига и кинул в нее спичку. В итоге пострадавшую доставили в больницу с сильнейшими повреждениями тела. Нападавшего уже задержали. Теперь ему придется объясниться и понести серьезное наказание за свой поступок. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.